На конкурс «Дети читают стихи» для labyrinth.ru. Осипова Виктория, 10 лет, город Смоленск. Ветераны, автор неизвестен. Я никогда не видела войны и ужаса ее не представляю. Но то, что мир наш хочет тишины, сегодня очень ясно понимаю. Спасибо вам, что нам не довелось представить и узнать такие муки. На вашу долю все это пришлось. Тревоги, голод, холод и разлуки. Спасибо вам за яркий свет, за радость жизни в каждом миге нашем, за трели соловья и за рассвет, и за поля цветущие ромашек. Да, позади остался страшный час, мы о войне узнали лишь из книжек. Спасибо вам, мы очень любим вас. Привет вам от девчонок и мальчишек.